Всем привет! Вы на канале Bear Hunter. Давайте сначала стрельнем обычной стрелой для многозарядного арбалета. Мишень у нас будет деревяшка. Но сегодня у нас, ребятки, смотрите, охотничьи наконечники, охотничьи стрелы для многозарядного арбалета. Вот видите, наконечник, давай поближе покажи. Видно? Зафиксировался. Вот такие стрелы с вмонтированным уже наконечником. Давайте посмотрим проникающую способность этих стрел. Так. Раз стрела. Два стрела. Три стрела. Четыре стрела. Пять стрела. Честно сказать, первый раз вообще такими стрелами стреляю. Даже побоюсь маленько. Ну давайте. Оп, первая стрела зарядилась. Блин, опустился, не опустился. Вроде опустился. Так, ну что, пробуем. Вторая стрела. Опустилась. Вроде опустилась. Стреляем. Третья стрела. Это к вопросу о тому, можно ли охотиться обычным многозарядным арбалетом Doom мини-агрегатор. Видите, для этого специально существуют охотничьи стрелы для магазина. Стреляем специально в доску, а не в железный холодильник. Так, ну и пятая стрела. Пойдем смотреть, что там у нас получилось. Смотрите, какая красота. Шесть стрел. И все в доску. Вставай туда вон. Блин, а где из них охотничьи, где обыкновенная, фиг его знает. Ну вытаскивайте отсюда. Почему я стрелял в деревяшку? Потому что охотничьи стрелы для многозарядного арбалета, они одноразовые. В железку я не стал стрелять, но это видели, наверное, когда я охотничьи наконечники тестил. Я этой стрелой для многозарядного арбалета, для агрегатора, стрелял уже. Так, блин, а где обычный наконечник все-таки? Ну, вот, скорее всего, вот она. Ну, как видно, они все одинаково зашли. Но все-таки охотничий наконечник, он рассчитан на то, чтобы в дичь его стрелять. Эта стрельба была метров с 10. Слушайте, а у меня идея. Давайте попробуем охотничьим наконечником стрельнуть метров с 30. Видите, теперь же приклад есть на Doom мини-агрегаторе. Пишите комментарий, с 30 метров попробовать охотничьими наконечниками пострелять. Кто не подписан, подписываемся. Лайк ставим, пишем комментарий. Пострелять издалека или нет с такого теперь агрегатора охотничьими стрелами. Всем пока, до новых встреч. Метатель все может.